Всем привет, ребят! Ну что, сегодня продолжаем проходить кошмарное подземелье гарнизоном. 6-8 мы целый час практически тащили, но затащили на 3 звезды. И 6-9, там тоже проблема, там есть черепа. Ну, я думаю, будет менее проблемно пройти ее. Сейчас попробуем, посмотрим, как она пойдет. Состав у нас тот же. Ничего, скажем так, нового нет. Просто отрешуем. Сейчас нас череп тут просто может раздать. Так, ну я не попал кого? Я снайпером не попал, да? Ну зашли, конечно, отлично. Сейчас мы так, ну смотрим. Самое главное, чтобы тыковка давала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну, черепа. Вот видите, что делается. Ангелы слили, у нас отхила сейчас не будет. Единственное, если повезет. 46%. Ну что, бочка, тащи. Бочка, конечно, сейчас побежит на черепа. Жесткая подстава от бочки. 47%. Вот так вот. Практически затащили. Ну, ничего страшного, пробуем еще. Тут попроще, чем на предыдущей. Пробуем еще разок. Самое главное вовремя кинуть щит. Но тут мы сейчас тоже сорвемся. Вряд ли мы успеем пробежать всех черепа. Так, ну тыковка. В принципе, вроде неплохо забежали. 50%, ребят, есть. Пробуем. Может, 3 звезды получится. Ух ты, блин, там на черепа еще и атлант сработал. Подстава. Посмотрите, откуда череп бьет. Ну вот как-то так. Еще там череп есть. Ну, в принципе, неплохо. Давайте еще заходик попробуем. И пойдем уже шатать. Десять. Как видите, то есть гарнизон тоже может шатать прилично. Так, поехали еще разок. Попробуем тут со стороны черепа забежать. Если получится с этой. Ну тут вряд ли. Хотя, может быть, затащим. Не, разбежались очень. Ну, тоже неплохо. Ну, видите, атлант включается. У нас просто тупо посливались. Это надо играться с черепами. В общем, мы ее все равно прошли. Даже на 2 звезды. Поехали сейчас. Попробуем пройти последнюю подземку. 6-10. Так. Ну вот так вот. Вот так вот. Не знаю, что с этого получится. Мы попробуем помучиться. Так, окей, отлично. Стартуем опять же с бочки. Вытаскиваем всех на себя. Замедление по максимуму. Тут, конечно, тыковка сейчас побежит, а на нее все загрятся, и тыковка сольется, сволочь. Да, тут, конечно, такого варианта, как там, у нас не получится сделать. Ну, замедлили неплохо. Сейчас нужно подумать, убрать всех и стартануть. Ну, хотя с бочки придется только стартовать. Надо, чтобы она где-то убежала в другую сторону.
еще разок. Ну, тритон, как видите, делает свое, а вот дальше у нас печалька. Героев просто слили всех. Осталась только бочка, но бочка чуть-чуть не туда побежала. Тритон, конечно, тащит. Надо как-то так, чтобы загрелись на дальника демоны. Попробуем отсюда забежать. И вариант. Лучше все-таки сбоку начинать таким составом. Тут, в принципе, хотя бы две звезды, чтобы пройти на семерку, но, опять же, для фарма лучше, конечно, три. Попробуем. Вот, блин, видите, тыковку слили, она бежит вперед, получается, и все, и на этом вся печаль. Надо, чтобы загрелись именно на дальника. Так, но все равно на тыкву агрится, да? Или нет? Ну, 56%, ребят. Не знаю, кто там бегает. Да, обидно, обидно. 56%, жалко. И нету у нас бочки. Бочку, к сожалению, слили. Сейчас сольют ледяху, скорее всего. А может и не сольют. Может и хватит от хила. В принципе, там... Не, видите, не хватает просто нам. Чуть-чуть не хватит. 78. Но если бы был, осталась бы бочка, у нас жива сейчас. Все, тут, конечно, нас уже сольют, к сожалению. 79. Это, конечно, жестко. Вот гарнизонных два героя, которые реально решают. Даже не два, бочка, тритон и ледяха. Аж жалко их потом сливать будет. Так, ну что, пробуем еще разок. Интересно все-таки на 3 затащить. Не, ледяху слили. Это рандом. В принципе, 2 звезды есть, что еще надо. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И тритона слили, как видите, опять. И ледяху слили. Вот, кстати, тоже хороший заход был, но... Рандомчик.
опять не на ту подземку пошел. Блин, ну опять такую слюню, ну что такое? Чуть-чуть не хватило нам опять. Ну давайте еще последний заходик. В принципе, мы что надо было, то сделали. На 2 звезды прошли, на 3 это, конечно, рандом. Надо очень долго мучиться. Что-нибудь получится, но мне, честно говоря, лень сейчас опять целый час тратить на эту подземку. Лучше 7-е пофармить. Ай-яй-яй-яй, 3 тона слили. Бочка, держись. Эку слили. Ну, видите, опять же загрелись на ближника и все. Так-то, в принципе, нормально затащили. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь, ну и ждите уже 7-х кошмарок. Этим же составом будем пробовать 7-е проходить. Все, всем удачи, всем пока.